Так, здравствуйте, присоединяйтесь. Сегодня тема эфира «Солнцестояние. Время перемен». Здравствуйте, мои дорогие. Солнцестояние, время перемен. Я себе этот, закрепляю тему эфира. Здравствуйте, мои любимые. Здравствуйте, присоединяйтесь. Здравствуйте, рада вас приветствовать. Я в этом аккаунте давно не давала эфиров. Мне кажется, я никогда не давала эфира в этом аккаунте. Всех рада приветствовать. Вы находитесь на моем аккаунте Джулия Хада. Это мой рабочий аккаунт. В этом аккаунте у нас огромное количество всего, что связано с Луной, с Солнцем, с энергетикой. То есть этот аккаунт больше направлен именно на энергетические вещи. Здравствуйте, 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 здравствуйте. И сегодня я эфир решила провести. Вы сами как солнышко, да. Сегодня я эфир решила провести не просто так, я сегодня решила провести эфир. Почему? Потому что сейчас идут очень важные и мощные дни. Сегодня в 6:32 утра началось летнее солнцестояние, и оно продлится с этой энергетикой где-то до 28 числа. В течение недели у нас будет очень серьезный повышенный энергетический ресурс у всей планеты, также и у каждого человека. Юля, благодарю за тело к лету. Пожалуйста, пожалуйста, приходите. Да, здравствуйте. Сегодня у нас также стартовал марафон «Люблю себя», и вы еще успеваете впрыгнуть в последний вагон. Я сегодня буду много говорить о том, как важны эти дни, как важен этот энергетический ресурс, и ближайшие 7 дней как раз-таки марафон «Люблю себя». Он именно сегодня стартовал не просто так, он стартовал сегодня именно потому, что начался процесс обновления, начался процесс мощной энергетики, и в течение 7 дней этот процесс будет продолжаться, поэтому мы с вами очень активно можем проработать вот эту базовую любовь к себе, используя энергетику целой планеты. Итак, давайте поговорим о сегодняшнем дне. 21 число сегодня, если говорить к вам к лицу желтый, и если говорить о том, что такое 21 число. Если вы задумаетесь, если вы вспомните, то все время какие-то важные события происходили 21 числа. Вспомните декабрь 21 года. Это было 21 декабря 2020 года. Да? Мы говорили, что мы выходим в новую эру. 21 число — это магическое число. И если есть на эфире нумерологи, они подтвердят, что 21 — это такая цифра, которая дает возможность выходить на новые уровни. Поэтому то, что сегодня 21 число и солнцестояние, это еще больше увеличивает мощность этого энергетического дня. Немного скажу вам, что у меня сегодня происходило, что у меня сегодня только не происходило. Начиная от того, что там карты не загружались в машине, там машина не заводилась, или где-то наоборот ехала на какой-то скорости и прочее, прочее. То есть важно понять, что сегодня энергетический фон наш, как человека, мы являемся частью Вселенной, энергетический фон очень сильно повышен. Он сейчас находится на других вибрациях, на другом уровне, на очень серьезном таком энергетическом скачке. И очень важно этот ресурс использовать. Я, наверное, попрошу, девочки мои, вы потом этот эфир, если, конечно, он сохранится, выгрузите в личный аккаунт, потому что это тоже будет полезно смотреть. Если вы вдруг смотрите этот эфир в записи, имейте в виду, что время от времени я даю эфир в рабочем аккаунте, Джулия Хада он называется, обязательно туда приходите, потому что в этом эфире, в этом аккаунте мы даем больше информации именно про энергетику планеты, энергетику Вселенной, про Луну и прочее. Итак, день солнцестояния. Что это значит? Это значит, что сегодня самая короткая ночь. Это значит, что сегодня огромное количество солнечной энергии больше, чем обычно. А если мы говорим, что же такое солнечная энергия? Солнечная энергия — это одна из самых мощных энергетик этой планеты. Самая такая жгучая, движущая вперед, которая дает возможность двигаться, наполняться, ставить цели и идти вперед. Солнечная энергия так или иначе связана со стихией огня. Вот у меня горит свеча, и она так или иначе связана со стихией, с энергией папы. То есть вот если переводить на наш с вами язык, на котором я с вами общаюсь как расстановщик, сегодня у нас очень внутренне мощный папа. Сегодня лучшее время отработать отношения с отцом. То есть можно сказать, что сегодня день отца, грубо говоря, да? Так он, в принципе, сегодня, по-моему, и так день отца, на самом деле, мы что не писали. То есть солнце и папа, если говорить про астрологическую карту, это одно и то. Поэтому сегодня мы можем активно наполняться энергией солнца, энергией папы, ставить цели и двигаться вперед. Что же важно сегодня сделать в течение дня? Первое, ну как вы уже поняли, обязательно прописать свои планы, цели, желания. Это важно сделать, потому как, когда человек не имеет целей конкретных, не имеет желаний конкретных, он не может двигаться туда, куда нужно. Если мы говорим про энергию папы, то папа как раз-таки это та самая энергия,
У меня папа 2 года назад умер. Папа никогда не умирает, он всегда внутри тебя. У меня тоже много лет назад папа умер, но я знаю, что он внутри меня. Очень важно понимать, что вот эта отцовская энергия, солнечная энергия, она греет, двигается, достигает. И благодаря этой энергии мы можем развиваться, эволюционировать. Поэтому первое, что мы должны сегодня сделать? Сесть и прописать на бумаге или в заметках телефона свои конкретные желания. Сегодня время, когда можно рисовать карты желаний, клеить в эти карты желаний свои желания. Сегодня время, когда важно двигаться вперед. Маша мне спасибо, помогает тут. Вот, вот Маша моя пишет, что у нас 21 числа марафон родителей. Да, обязательно приходите на марафон родителей. 21 числа. Вот мы дарим, кстати, 20% скидку нам на марафон родителей мы дарим, потому что сегодня день солнцестояния и день отца. Поэтому до завтрашнего дня обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Сколько желаний писать? Смотрите, как минимум надо написать 8 желаний, не меньше 8, но можно больше. Прям садитесь и по каждой сфере своей жизни. Почему я говорю 8? В нашем колесе баланса существует 8 путей, куда мы развиваемся. Это я, моя семья, мое хобби, мое развитие, секс, наслаждение, творчество, мое здоровье, моя реализация. Писать на бумаге или нет? Писать можно на бумаге, можно писать в заметках телефона. Я пишу и на бумаге, и в заметках телефона. В идеале, конечно, если вы пишете на бумаге, взять желтую бумагу и на желтой бумаге писать. Вообще, энергия солнца, она связана с желтым цветом. Поэтому постарайтесь сегодня максимально украсить свой дом желтым цветом. Себя нарядить в желтые наряды. Купить себе желтых цветов, я не знаю, купить себе что-то желтое, желтые камни, желтые украшения. Это сегодня будет все давать вам дополнительный энергетический ресурс, выводить вас на новый-новый уровень. Как сформулировать желание? Планета Солнца, энергия Отца, она любит конкретику и детализацию. Не «я хочу», ваша задача писать желание по смарт-целям. Кто со мной голодает раз в неделю, мы там об этом регулярно говорим. Ваше желание должно быть в настоящем совершенном времени, ограниченное во времени и измеримое. То есть не вот это «я хочу похудеть на 3 килограмма». Это хрень. Знаете почему? Потому что «я хочу», оно непонятно. Вы говорите «я, мой вес». Там 48 килограмм к, там, не знаю, 1 августа 2021 года. Вот так. Я владею квартирой 100 квадратных метров на Ленинградском проспекте 34. Понимаете, конкретизировать желание обязательно. То есть вы записываете конкретные, измеримые, совершенные желания. Более того, в связи с тем, что день очень энергетический, когда вы загадываете свои желания, очень важно эти желания визуализировать. То есть не просто «я выхожу замуж», «я вышла замуж за мужчину, мне очень подходящего, я с ним получаю оргазмы, там мы с ним вместе путешествуем», да, там, к декабрю 2021 года. Нет, вы визуализируете, как вы рядом идете за ручку, как вы от него получаете оргазм, как его член входит в вас. То есть важна визуализация этих желаний. Завтра день рождения. У кого завтра день рождения, напишите, пожалуйста, мне в директ, лучше в личный аккаунт, либо здесь, и мы вам вышлем... Что мы вам вышлем? Мы вам что-то вышлем. Мы вам вышлем соляр, да, то есть каждый день, на день рождения очень важно запускать соляр. Мы вам вышлем медитацию соляр, это абсолютно бесплатно, поэтому если у вас день рождения, обязательно напишите в директ, мы вам все вышлем. Идем дальше. Смотрите, о чем мы сказали? Мы сказали о том, что сегодня очень мощный энергетический день. А у вас подвеска на желание розовая? Это у меня не на желание подвеска, это у меня важный, нужный талисман, который я ношу сейчас всегда. Ну, в принципе, можно сказать, тоже на желание. Да, у меня розовая сегодня. Ну, она у меня всегда розовая, если посмотрите последние дни, я всегда в ней хожу. Первое, что мы с вами, да, мы сегодня договорились с вами сделать, это написать желание конкретный, измеримый, достижимый по смарт-цели. Кто когда-нибудь работал в бизнесе, вы знаете, что такое смарт-цель, конкретная, достижимая, измеримая цель в совершенном времени. Второе, что вы должны сегодня попытаться внедрить в своей жизни, окружить себя желтым цветом. Желтая одежда, желтые цветы, желтые заставки на телефоне. Все-все-все сделать желтеньким. Почему? Таким образом вы включаете энергию солнца в своем пространстве.
Третье, что вам обязательно сегодня надо сделать, сжечь огонь, потому что солнце – это стихия огня. И сегодня важно зажигать много свечей, белые, желтые, зеленые, оранжевые, разные-разные свечи с оттенком светлого либо желтого. Вот у меня горит свеча Селена, это энергетическая свеча, я сегодня ее зажгла с утра. В интернет-магазине у меня, кстати, продается огромное количество свечей. Вот. Поэтому сегодня важно, чтобы везде горели свечи, больше огня. В древние времена вообще, знаете, вот эти истории, когда девочки прыгали через огонь, когда водили хороводы вокруг огня. Это вот все в этот день было. Следующее, что вам нужно сделать. Три вещи, да? Четвертое, что сегодня необходимо сделать. Энергетика сегодня очень важная. За какое время до дня рождения нужно получить соляр? Смотрите, соляр, первая медитация, она идет в день рождения. То есть у вас там случился сегодня день рождения, и там идет первая медитация на первый день, связанная с вами. Четвертое, что сегодня обязательно нужно сделать, начать какое-то образование и саморазвитие. Ваша задача сегодня приобрести себе какой-нибудь курс, пойти учиться. Я еще раз скажу, у меня сегодня стартовал марафон «Люблю себя», который будет длиться 7 дней. И это лучшее, что я могла для вас сделать, потому что солнцестояние держится порядка 7 дней. То есть в течение 7 дней на этой мощной энергетике вы можете точно так же пройти в любовь к себе. Ну, либо приобретите какое-то другое. Я вам сегодня даю скидку 20% на марафон. У меня будет вебинар в пятницу. Секс нового тысячелетия. Пожалуйста, вам 20%. Что у нас там? Расстановочный марафон родители. Да, это тоже мы все вам даем в день солнцестояния и в день отца. Это одновременные, да, праздники. Идем дальше. Обязательно начать саморазвитие. Следующее. Что необходимо сделать сегодня? Вы должны сегодня очиститься от всего ненужного. Опять же, вот я вам всегда говорю, 9, 19, 29 лунный день, важно очищаться. Так вот, сегодня тот день, когда солнце, оно сжигает все ненужное. Солнце из своей горячей энергии, оно убирает все ненужное. Поэтому ваша задача сегодня максимально почиститься. Выкидывайте вещи из шкафа, чистите свой телефон, чистите свое сознание, убирайте все ненужное. На марафоне «Люблю себя» мы там разрываем кучу слепок. Очень важно в этот период конкретно четко сжечь все ненужное. Если вам удастся собрать ненужные вещи и реально их сжечь, разжечь костер, сжечь все ненужное, это вообще идеально. Если вы можете куда-то выйти на улицу и сжечь, это будет вообще идеальная история. Поэтому сегодня важно чистить пространство и выкидывать все ненужное. Так, начала вести дневник благодарности, да. Сегодня медикаментозный аборт, вынуждена делать. Лен, не надо тебе никакой аборт. Не ходи на него. Не ходи на аборт, пожалуйста. Отменяй все. Рожай ребенка. Если Бог дал возможность родить ребенка, рожай. Ну, это так, я не знаю, знаки Вселенной, что ли. Идем дальше. У меня однажды, знаете, подружка тоже близкая пришла ко мне и говорит: Юль, пойдем со мной завтра на аборт, я записалась. Я ее отговорила, и вот сейчас девочке ее 9 лет, и она мне каждый раз благодарит за то, что я тогда не дала ей сделать аборт. Знаете, в моей жизни тоже однажды был аборт, когда Макар родился, я сразу забеременела, и я много с этим работаю. И я просто понимаю, я видела много историй, много женщин, которые очень сильно тоскуют по этим детям. Поэтому, ну, я бы еще миллион раз подумала и не стала бы делать аборт. Ну, по крайней мере, как идет. Леночка, не надо делать аборт. А, плод замер, моя хорошая, я всем сердцем с тобой, ну, значит, надо, да. Ой, всем сердцем с тобой. Ладно, идем дальше. Так, мы сказали, что с вами. Загадать желание. На карте желания можно в телефон заметки, можно на листах бумаги. Если на желтой бумаге напишите, будет идеально. Второе. Носим сегодня желтое, окружаем себя всем желтым. Третье. Очищаем пространство. Четвертое. Сделайте сегодня 3 конкретных шага на пути к достижению ваших целей. Вот прям возьмите и сделайте 3 конкретных шага, которые дадут вам возможность, чтобы ваша цель исполнилась. Почему сегодня? Вы сегодня заряжены энергией, как никогда. Это всего 4 дня в году таких. Вот это один из самых мощнейших дней, когда у вас энергии больше, чем возможно. Поэтому используйте эту энергию для того, чтобы уже начать делать что-то важное. Идем дальше. Что сегодня мы можем сделать еще?
Что, вот, девочки пишут, я сегодня заказала свою первую колоду карт. Да, если вы, например, таролог и никак не могли заказать карты, пожалуйста, сделайте. Если вы уже 10 раз обучились на космонавта, ну, пора уже заявить, я космонавт и пойду. Надо подсолнухи пойти купить, подсолнухи купить идеально. Если вы, не знаю, астролог, ну, пора уже о себе заявить. Поэтому двигайтесь вперед. Юлечка, я хочу переехать, и сегодня визуализирую. Да, вот кто хочет переехать, ты можешь посмотреть на картинки этого города, куда ты хочешь переехать, можешь наклеить на карту желаний, можешь посмотреть видеоролики про этот город, можешь заявить миру и в Инстаграме сказать, что я там хочу переехать, не знаю, в Дубай, например. Понимаете, да? Сегодня очень важно сделать конкретные шаги в то, туда, куда вы собираетесь двигаться. Также, что важно, я сказала уже про самообразование, важно купить себе сегодня какой-нибудь обучающий курс, начать обучение, не знаю, начать английский язык и прочее-прочее. То есть сегодня важно еще начать действовать. Следующее, пятое, по-моему, да, я уже запуталась, пятое. Что еще сегодня необходимо сделать? Ввести как минимум 3 полезные привычки. Такие привычки, с которыми вы теперь начнете делать. Вот там я, например, сегодня тоже сидела, вот у меня тут ежедневничек, я сегодня писала, какие я ввожу привычки. То есть вот есть такое упражнение LingvaLeo, например, английский язык. Я сегодня поняла, что я буду каждый день 100% LingvaLeo выполнять, да, например. Не знаю, можно там каждый день бегать по 6 километров, например, да, там не есть сахар, не есть после 6. Сегодня очень круто вводить новые привычки, поэтому вводите себе с сегодняшнего дня новые привычки и действуйте. Не знаю, привычка там откладывать каждый месяц деньги на квартиру, например, понимаете, уже 7-й пункт. Ну, я могу вот это вот. А есть синяя-фиолетовая свеча, тоже можно жечь. Но вообще синяя-фиолетовая это немножко повыше, у нас энергия солнца, она живет в третьей чакре, вот здесь в Манипуре. Синяя-фиолетовая они здесь, но если других нет, ну хоть какие-то жгите, потому что вам сегодня очень важна энергия огня, жгите, жгите, жгите. Дальше идем. Вообще день солнцестояния, он соединен большей частью, конечно, с энергией огня и солнцем, но очень важно понимать, что эта энергия так или иначе связана с природой. Поэтому важно понимать, что сегодня будет круто, если вы проведете день на природе. Что это значит? Одевайте кроссовки, а еще лучше босиком, по травке, по парку. Идите гуляйте, соединяйтесь с природой. Очень важно сегодня время провести на природе. Следующий пункт номер какой? 100-500-й. Следующий пункт. Сегодня постарайтесь дома отключить все кондиционеры и впустить солнце, солнечный воздух, вообще воздух в свою квартиру. Да, я понимаю, что у нас сейчас в Москве 35 градусов, жарко, но вы создайте сквозняк, пусть у вас сегодня эта энергия. Сыночек, роднусечка, у меня эфир. Можешь поздороваться. Пускай эта энергия света, солнца. Макусь, давай я эфир проведу. Где? В моем комнате. Вот, сегодня эта энергия света, энергия природы. Будет классно, когда вы эту энергию впустите в свой дом. Поэтому открывайте настежь окна, раскрывайте все. Пусть у вас в доме будет свет, тепло вот этого солнца. То есть максимально сделайте так, чтобы ваше жилье попало солнце. Можно вынести на солнце ваши подушки, ваши одеяла. Все то, что вы хотите, чтобы пропиталось свежей, чистой солнечной энергией. Дальше идем. Идем по 4 стихиям. Важно сегодня побыть с 4 стихиями. Идеально искупаться в водоеме. Не можете в водоеме в ванной полежать. Это у нас энергия воды. То есть соединяйтесь с энергией воды и берите ее энергию. Энергия воздуха. Опять же, я вам сказала, впустите воздух в ваш дом. Всякими благовониями, палочками, энергосвечами можете наполнить энергию. Это если воздуха. Так, я сказала, энергия солнца, энергия воды, энергия воздуха. Стихия земли. Опять же, идем гуляем босичком по земле. Может быть, у вас есть свой огород, посадите там цветы. То есть пообщайтесь с вот этими всеми энергиями. Следующий пункт, который будет связан с ритуальчиками. Я люблю разные ритуальчики. И для того, чтобы энергия солнца, это третья чакра Манипура, она напрямую связана с вашим материальным положением. Поэтому сегодня проводим много солнечных ритуалов на деньги. Берем кошелек, ставим на зарядку в мобильном. Вместо мобильного заряжаем кошелек. Кладем кошелек на солнце. Да? Раскладываем деньги на подоконнике и на солнце. Спим сегодня с деньгами. В ночь сегодня прям искупались, пошли голые, легли с деньгами лежать. То есть сегодня максимально заряжаем энергией солнца ваши денежные каналы, да, деньги прям конкретно.
Что сегодня еще можно сделать на отношения? Сегодня у нас, напомню, энергетически мощный день для тех, кто хочет выйти замуж. Точно так же мы прописываем это в желаниях, мы это кладем на подоконник, мы идем, поднимаем ручки к солнышку, да, вот, так, вот такая поза у нас будет. Поднимаем ручки к солнышку, берем энергию солнца и опускаем ее в четвертую чакру, в чакру любви. А, вот тут я написала «кошелек на солнце», да. Возможно ли сегодня разлепить самореализация смерть? Как эти установки? Давайте вместе сделаем. Давайте, у нас есть нейронные связи. Вот сейчас у нас в нейронных связях есть тема, где у нас величие самореализация слеплена со смертью. Да, и нам очень страшно идти в мир и светить. То есть глобально, вот как говорят, для того, чтобы человек шел и заявлял о себе и светил миру как солнышко, у него должна быть простроенная солнечная энергия. Поэтому простраивайтесь этой энергией. И действительно, для того, чтобы человек самореализовывался, был великим, ему иногда страшно, потому что в нашей родовой кармической системе самореализация, известность, популярность, величие слеплена со смертью. Давайте мы однозначим одну руку самореализация, величие, успешность, другую руку смертью и соединим их, почувствуйте, как они у нас слеплены. И теперь повторяйте за мной. Я признаю связь между самореализацией, величием, известностью и смертью. И я признаю травматичную природу этой связи в своей жизни, в роду во всех поколениях и во всех моих кармических воплощениях. И сегодня я понимаю, что я могу самореализовываться, быть успешной, великой или великим и успешным, и при этом не умереть. И сегодня я разрываю эту связь в своей системе навсегда. Самореализация, успешность, величие отдельно, смерть отдельно. Смерть отдаем назад, самореализацию, успешность, величие кладем в третью и в пятую чакру. Вдох носом, выдох ртом. Если у девушки мама хотела сделать аборт и не рожать ее, какая сейчас слепка у нее негативная может быть? Ну, во-первых, здесь важно проработать маму и понять, что мама никогда не хотела сделать аборт, потому что генетически это была просто манипуляция папой или кем-то еще. Все вот эти истории «хочу сделать аборт и не делаю» — это просто манипуляция, здесь важно девушке это объяснить. Вот, здесь глобально нету слепки, здесь важно работать с психотерапевтической стороны, с психотерапевтической части. Будет ли сохранен эфир? Эфир сохранен, надеюсь, я просто не очень всегда уверена в этих всех историях, потому что, тем более, сегодня еще такой день, знаете, я постараюсь сохранить. А я думала, зеленые чакры на деньги нет. Солнце мое, у нас третья чакра Манипура, она держит деньги, она отвечает за удерживание. Мы, когда стоим с вами в планке по утрам, мы качаем третью чакру Манипура, она отвечает за деньги. Зеленая чакра — это чакра сердечная. Сердечная чакра отвечает, в принципе, за все, да, когда вы с любовью идете в мир, когда вы с любовью зарабатываете деньги, когда вы с любовью к партнерам, тогда это тоже деньги, но глобально зарабатывает, удерживает деньги Манипура. Поэтому каждое утро, когда вы со мной становитесь в планку в 7 утра, если кто-то не становится, напишите в директ, мы вам вышлем ссылку. Каждое утро, когда вы в 7 утра становитесь в планку, мы качаем с вами чакру Манипура и, по сути, денежную чакру. Юля, спасибо вам, плачу прям, словно освобождение, вы чудо. Это вы у меня все чудо. Едем дальше. Что сегодня еще необходимо сделать? Да, энергетически важный день. Обязательно сегодня нужно заняться спортом. Обязательно сегодня разогнать вот эту энергию, эту кровь по телу. Обязательно сходите на тренировочку, побегайте в парке. Обязательно сегодня этим займитесь. Что сегодня еще необходимо сделать? Это какой пункт? Кто-нибудь считает? 8. Пункт номер 8 пускай будет. Или 88, я уже запуталась. Сегодня важно есть природную еду. Сегодня не нужно есть мясо. Ну, трупы животных сегодня есть не нужно. Кушайте абрикосики желтенькие, да, мандаринки, сегодня бананы, груши. Ешьте сегодня желтую еду, ну, либо зеленую, как у меня, знаете, как я все время говорю, в любой непонятной ситуации ешь зеленое. Так и здесь. Сегодня нужно кушать желтую еду, желтую черешню, например, да. Ешьте сегодня побольше желтой еды. У меня мурашки и солнце прям в лицо светило. Благодарю, супер. Яйца нельзя... Нет, яйца лучше не нужно. Сегодня постарайтесь не есть трупов. Ну, понимаете? Юлечка, а если мужчина не выдерживает комплименты в свою сторону и сразу теряет интерес, что значит закрыто сердце? Что ты ему комплименты-то отвешиваешь? Может не выдерживать. Это не сердце закрыто, может просто не выдерживает мужчина. Ну, понятно, да?
Так, планка просто супер метод, реально результативно. Да-да-да-да-да, планки в 7 утра стоите. Так, любимый, я вроде все рассказала. Сейчас я подумаю, что еще. Ну, в общем, сегодня максимально энергичный день. Не надо сегодня лениться, сегодня нельзя. Хочешь полениться, пойди разбери шкаф. Хочешь полениться, пойди побегай. Хочешь полениться, пойди и запиши что-нибудь новое. Мы с сыном кушаем абрикосы и персики. Вот, молодцы. Сегодня кушайте желтенькое, жгите свечки. В идеале сегодня поехать пожарить овощей на огне. Знаете, сегодня еда с костра будет очень круто, потому что это с огня, да, еда. Обязательно картошечку пожарьте на огне. Там, я не знаю, баклажанчики, помидорочки, перчик. Пожарьте все на огне, это тоже будет супер. Вообще, если у вас есть возможность, разведите костер, посидите возле камина. Если у вас дома есть камин, пойдите там в парк, пожгите костры, если это возможно. Сегодня важно вот взаимодействовать много с энергией огня. Понятно, да? Юлечка, благодарю, с утра фруктами пошла, весь день ем. Умничка. Так, еще давайте мне вопросики. Я ем бананы. Да, я сегодня тоже купила абрикосы, желтые груши купила. Там крыжовник купила такой зеленый с желтым. Сегодня важно вот такие вот желтенькую и желто-зеленую еду есть. А, да, позагорать сегодня идеально. Если у вас есть возможность пойти позагорать, попринимайте солнечные ванны, попринимайте солнечный свет, попринимайте солнечные ванны. Подождите, сейчас я вам прочитаю, что, на что я вас жду. Сегодня марафон «Люблю себя», всех жду. 25 июня будет «Секс в новом тысячелетии», будет вебинар, я вам дала 20% скидку. 26 числа марафон «Родители», тоже дала вам 20% скидку. Еще раз, вот всем скажу, после публикации эфира 24 часа скидка действует, потом не говорите. Говорите мне, да, потому что сегодня обязательно еще с папой поработать. Зайдите, послушайте мои подкасты, там есть подкаст про папу, аффирмации про папу, прям послушайте, это тоже сегодня очень хорошо зайдет. Поконтактируйте с папочкой сегодня обязательно, напишите ему сообщение, повспоминайте его, если он уже умер, фоточки с папочкой посмотрите. Прям сегодня вот очень важно поконтактировать с отцовской энергией. Юля, что делать с листом бумаги с желанием? Как хранить? Смотрите, у нас есть специальные дни. Кстати, сегодня тоже можно старые карты желаний сжечь. Те, которые уже исполнились. Старые листы бумаги сжечь. На будущее, если у вас желание исполнилось, сжигаем 9, 19, 29 лунный день. Юля, благодарю за тренинг «Свобода». После него я другой человек. Супер. Вспомнила сразу сейчас про яйца. Дашечка, привет, моя любимая. Да, я тебя благодарю. Да. Юля, после голодания на следующий день большая раздражительность. Слезы, голодаю по понедельникам. С чем может быть связано? Очищение программ. Вообще у нас слезы, боль, это очищение программ. Все хорошо. Пускай уходят. Я вам так скажу, когда вам тяжело выдерживать, ну вот там у вас слезы, что-то еще, выкидывайте, избавляйтесь. Физически, когда вы что-то выкидываете из дома, вы прям очищаете. Я не знаю, холодильники, из холодильника всякую протухшую капусту выкиньте, понимаете? Когда вам становится тяжело, реально помогает физически от чего-нибудь очищаться. Заходите в телефон, старые фотки чистите, заходите в Facebook, старые контакты чистите, понимаете? Залазите в шкаф, выкидывайте вещи. Вообще, когда мы после трансформации, голодовки, тренинга начинаем себя плохо чувствовать, у нас новые программы пришли, новая информация, а старые не дают им места. Поэтому важно старые выкидывать. Мы, понятно, на ментальном уровне это делаем, но важно еще через физику это заземлять, прям чиститься. Папа умер в этот день. Ну, слушайте, там можно в любой день умереть, все равно это тоже глобальные очистки, глобальные перерождения. По сути, вы точно так же перерождаетесь день за днем. Юля, о чем может говорить, если в детстве было изнасилование со стороны родного дяди, брать мамы? До сих пор помню все детально, как его простить? Ну, смотри, я вообще тот человек, которого тоже насиловали физически в детстве и неоднократно. Я тебе так скажу, в любом изнасиловании есть очень серьезный ресурс. Когда мы приходите на расстановки, мы с этим очень плотно работаем. Вам важно понять, вот смотрите, просто физически, вот сегодня сильно энергетический день. И этот энергетически сильный день, особенно у тех, кто соединен с энергиями, может человека разорвать. Это как, знаете, вот ракету в космос запускаем, энергии так много, что ракету может разодрать, понимаете? Так вот, что происходит с маленькими девочками? Маленькие девочки живут, у них очень много энергии, они с ней не справляются. И приходит большой дядя и помогает девочке справиться с энергией, понимаешь? То есть здесь важно понимать, если у тебя было в детстве насилие, твой уровень энергии был настолько велик, что тебя хотели даже взрослые мужики, понимаешь? То есть у нас, по сути, у взрослых людей заряд энергии 1000, а у детей 10. То есть твой сексуальный заряд энергии был настолько велик, что даже дядя условно тебя хотел, понимаешь?
И когда ты это увидишь, я говорю, детское насилие можно миллиард веков ходить к психотерапевту, сидеть в жертве, меня изнасиловали. А можно и увидеть, что уже в детстве у тебя был такой заряд энергии, что тебя разорвало бы, если бы взрослый мужик у тебя эту энергию не забрал, понимаешь? Я почему так уверенно об этом говорю? Потому что я сама через это прошла. И когда я понимаю, что когда я была там 5-7-летним ребенком, у меня было столько энергии, что я бы, блин, просто бы сдохла где-нибудь, либо в какую-нибудь аварию попала, или что-нибудь со мной случилось, либо у меня приходили, ее забирали и таким образом спасали жизнь. И тогда ты начинаешь не в жертве сидеть, меня насиловали, а ты понимаешь, что ты была настолько мощная, энергетически сильная, что тебя хотели даже взрослые мужчины. И тогда твоя травма становится не минусом, а плюсом. И ты понимаешь, что ты сейчас можешь эту турбину разогнать и давать в мир. Тебе уже не надо, чтобы приходили и тебя насиловали. Ты можешь просто этот безумный, мощный, крутой поток энергии отдавать людям сама по своему собственному желанию. Понимаете? Вот, и когда вы это поймете, вы перестанете говорить: дядя болен, он херовый, он дебил и прочее. Я бедная несчастная жертва. Вы эту жертвенность перевернете в плюс. Потому что, по сути, самое лучшее, что вы можете сделать, из минуса сделать плюс и на этом жить, и кайфовать, и идти вперед, понимаете? Юля всегда зациклена на себе, по отношению к другому не особо интересно, что там, о чем это. Да нормально это. Самое главное, когда вы зациклены на себе, если это в здоровом состоянии, то это любовь к себе, потому что других вы можете начать любить только тогда, когда вы полюбите себя. Юля, вы тоже сталкивались с изнасилованием? Я конкретно сталкивалась с изнасилованием в конкретном варианте, в детском возрасте, да. Я это прожила, проживаю, трансформируюсь. Я вам еще раз говорю, когда вас в детстве изнасиловали, можно годами ходить к терапевтам и сидеть в жертве. А можно реально из этого сделать большой плюс и увидеть много ресурса. Юлечка, здравствуйте. Вообще ни с девчонками не складывается, подруг по жизни нет. Я как-то общаюсь свысока, всегда они жалуются, я советую. Как найти подругу по душе? Ну, первое, прекратить советовать. Вы советуете, потому что не уверены в себе. Когда мы начинаем кому-то советовать, это значит базовая неуверенность в себе, мы кому-то хотим доказать, что мы умные. Когда вы принимаете и признаете, что вы и так классные, умные, невероятные, вы перестаете ходить, кого-то догонять и советовать. Вот смотрите, девчонки мне желтые сердечки шлют. О, желтые сердечки, классно. Вот, поэтому, ну, первое, что надо сделать, поработать с ценностью себя, любовью к себе. Сегодня всем на марафон «Люблю себя». Знаете, вот поверьте, это один из последних моих марафонов, я вот недавно его написала, это мощнейший марафон. Марафон другого порядка, обязательно на него пойдите. Я вас уверяю, ваша жизнь не будет прежней. Тем более, если вы сегодня на него придете, в этот мощнейший день и ближайшие 7 дней проведете в марафоне «Люблю себя», ваша жизнь не будет прежней, я вам обещаю. Я вот серьезно вам говорю. Я сама свои марафоны прохожу, сегодня тоже слушаю первое задание вместе с вами, понимаете, плачу на нем, вместе с вами офигеваю, как это круто, да, потому что, вы знаете, я марафоны пишу с какого-то другого места, не из Юли Ходарцевой. То есть Юля Ходарцева существует отдельно, а Юля Ходарцева расстановщик существует отдельно. Я сама, конечно, иногда удивляюсь, откуда ко мне приходит эта информация, поэтому очень рекомендую про любовь к себе на марафон «Люблю себя» обязательно. Вот. А кто выиграл в конкурсе марафон? Кто-то выиграл. Вчера же розыгрыш был, по-моему, какая-то девушка. Аня, по-моему, не помню точно. Вот. Вы мои зайки, смотрите, вы мне все желтые сердечки шлете. О, так приятно. Я вас так благодарю. Я так вам благодарна. Знаете, реально, если бы вас не было, у меня бы тоже такое не было. Потому что у меня тоже все потоки, все каналы, все энергии, они идут для вас в том числе. И это такое счастье. Знаете, я вас бесконечно благодарю, что даете мне шанс что-то вам давать. Это просто великое счастье. И я безумно этому рада. И вот сегодня меня реально с самого утра разносит от энергии. Слава Богу, я могу эту энергию передавать вам. Для меня это реально великое счастье, что вы есть и что вам это ценно. Спасибо вам огромное. А сколько стоит этот марафон «Люблю себя»? Марафон «Люблю себя» стоит 12 500 рублей. Там есть разные пакеты. Там есть пакет с сопровождением Маши Поповой отдельно, есть пакет с моим личным сопровождением. Ну, базовый пакет стоит 12 500. У вас там общий чат, задания и прочее, прочее. Но поверьте, оно того стоит. Ну, потому что, ну, как минимум, вообще-то у меня расстановка стоит сейчас 60 тысяч рублей. А марафон стоит 12 500, это 7 дней. Юля, с чем связаны пятна на теле в области паха? Это могут быть травмированные истории, связанные с женской сексуальностью. Это изнасилования в роду, в карме и прочее, прочее. У меня мурашки от вас. Спасибо. А это сделала в плюс, когда вообще не могу расслабиться с партнером. Редко, когда получается только если клиторальный оргазм, иногда даже отвращение к сексу. Скорее всего, в родовых кармических историях были травмы сексуальные. Вообще у нас много, у женщин вообще очень много родовых кармических историй с сексуальными травмами. Нужно с этим работать.
Вот, у нас есть марафон про секс, правда, я даже не знаю, когда он, наверное, не скоро, но у нас есть марафон про секс, пожалуйста. А 9 июля, знаешь, про пятна твои сейчас скажу. 9 июля стартует марафон Лилит, на него можно. Вот марафон Лилит стоит 4000 рублей, вот на Лилит можно прийти с этими пятнами тоже. Или прийти расставить, приходи расставим, мне самое интересно. Что делать плюс, когда вообще не могу... Ага, когда не могу расслабиться с партнером. Марафон про секс, марафон Лилит тоже. Я уже запуталась, на что я отвечаю. Вот так. Так что, знаете, резюмируя сегодняшний эфир, я вам так скажу. Мощнейший день. Попробуйте воспользоваться этим днем максимально. Сделайте многое-многое-многое. У вас сегодня достаточно энергии на то, чтобы запустить новые проекты, создать новые проекты. Много энергии, чтобы очистить дом. Много энергии, чтобы изменить свое будущее. Вы сегодня реально хотите, можете заложить будущее. Ну вот про пятна мне девочки пишут. Смотрите, пятна — это же вообще когда не подходи ко мне, не приближайся. То есть когда у меня пятна на гениталиях, я говорю, не приходи ко мне, не приближайся. То есть вы как будто защищаете свои гениталии. Там есть какая-то прям с этим история. Пошла за цветами. Ну что, я надеюсь, вам эфир был полезен. Сегодня такой вот 30-минутный эфир. Я надеюсь, он вам полезен. Я хочу вам сказать еще раз. Прорабатываем папу, носим желтое, загадываем желания, чистим дом, вообще все пространство чистим, окружаем себя всем желтым, идем на спорт, взаимодействуем со всеми стихиями, гуляем на улице, соединяемся с солнцем, делаем сквозняки, делаем ритуалы на деньги обязательно сегодня. Их самое главное любим, в первую очередь себя. А для того, чтобы любить себя, жду вас на марафоне «Люблю себя». Бесконечно вас люблю. Надеюсь, эфир вам был полезен. Ваша